Всем привет! Сегодня нам пришла посылочка. Сейчас мы ее откроем. Аккуратненько. Пришел рюкзак, который мы заказывали. Посмотрим его состояние. Вот такой рюкзак из искусственной кожи. Сейчас его посмотрим. Карманчик, молнии проверим. Довольно-таки мягкая кожа, заменитель на ощупь. Так, молния работает. Так, вторая молния. Не работает. Как-то она довольно-таки не очень легко идет. Еще. Ну, это, конечно, посложнее идет. Будем надеяться, что она разработается со временем. Так, что дальше? Карманчик, сеточка. С противоположной стороны тоже аналогичный такой же. И проверим еще одну молнию. Вот это достаточно легко открывается. Так, смотрим. Подклад. Как обычно, пустырочка. Так. Коричневого цвета. Мягкий на ощупь. Ну да, присутствие такого запаха кожезаменителя. Ну, это, конечно, выветрится в процессе носки. Вот такой довольно-таки вместительный. Вот так. Ну, пожалуй, все. Рекомендую. Приобретайте. Вместительный рюкзачок. Ну вот и все. Всем спасибо.